Здравствуйте, меня зовут Акмашаева Анара Радбековна. Я директор школы номер 95, которая сегодня открылась и приняла в свои объятия, скажем так, более 1300 детей. Значит, проектная мощность нашей школы 660 мест, но желающих учиться у нас оказалось в два раза больше. Чем привлекательна наша школа? В нашей школе будет изучаться не только кыргызский, русский, английский языки, но и китайский, который предположительно изучаться будет со второго класса. Хотелось бы сказать, что сегодня мы пригласили только первоклассников. Первоклассники, которые первый раз войдут не только вообще в школу, они первый раз вообще станут учащимися. На данный момент идет первый урок. Сегодня у нас день знаний, мы поздравили всех учащихся. Я думаю, наша школа будет рада встретить всех желающих учиться у нас.